Ты что зависла? Да я просто понять не могу, ты меня бесишь или мне реально тебе втащить? Я просто устала от слова заебал. Расфоткай меня, чтобы я прям красивая была. Сейчас, подожди. Сфоткал. Просто чувствую, нам надо расстаться, да. Да что ты там чувствуешь, что у тебя месячные? То тебе надо расстаться. А месячные трогать? О, это табу. Да, месячные это же как искусство. Искусство чего? Искусство выносить тебе мозги! Слушай, а приготовь что-нибудь на ужин мне, пожалуйста. Простишь, excuse me, what? Что ты сейчас сказал? Может, тебе еще лбом об землю поклониться? Что это? Это хоткэт! И где ты его взяла? В магните купила. Это единственное, что приносит мне удовольствие, в отличие от тебя. Обидеть девушку может каждый, но не каждый устоит перед этим. Присаживайтесь. Как звать? Вика. Полное фио. Вика Клык. А отчество? Так вы паспорт забрали, я откуда знаю? Раньше привлекались? Нет, это в первый раз, просто деньги очень сильно нужны были. У нас в базе 74 привода за этот месяц на вас только. Ну я же говорю, очень нужны были деньги. Давно эскортом занимаетесь? Каким эскортом? Я не такая. Я на содержании, между прочим. Это что значит? Ну, это когда мужчина тебя обеспечивает, снимает квартиру, там еду, шмотки покупает. Вам, нищебродам, этого не понять. А взамен что? А взамен, когда он хочет покушать с друзьями, я должна быть дома. И все? Ну да. Было бы, если бы Google был человеком. Окей, Google, как найти ключи? На тумбе. Easy, easy, tamam. Окей, Google, что сделать, чтобы меня отпустило? Чай? Печенье? Сладкого? Easy, tamam. Окей, Google, насколько толстым надо стать человеком, чтобы стать более непробиваемым? Ты на правильном пути. Easy, tamam. Окей, Google, зачем я вчера пила? За 20-м домом, да. Easy, tamam. А Кирилл, что делать, если вы не то танцуем? Танцуй с ней. Окей, Google, что делают альпинисты, когда у них заканчивается туалетная бумага? Easy, tamam. Окей, Google, где найти клад? Скачать Тор. Спасибо. Какие люди в Голливуде? Да куда уж там вам до Голливуда? Максимум фабрика звезд. Так, не нервничаем. Зачем укусила гражданина Петрова за палец? Так а че он своим пухлые пальцы в меня тыкать начал? Он заявляет, что заплатил тебе за секс. Какой секс? И вообще-то личность. Он заплатил мне за внимание, за мою чуткость к нему. Тогда почему мы застали вас в кровати? Ну, я показывала ему свое тату. Тату? Да, тату. Что ему у всех на виду показывать? Я ведь не какая-то там эскортница. Я содержанка. А это не одно и то же? Разница в том, что я не сплю за деньги. Я просто ем, живу, покупаю себе дорогие шмотки, езжу на такси S-класса. И все это за его счет, да. Но секс – это моя благодарность ему. Что-то Тёма ворочается. Сходи, проверь его. Чел, я только что ходил. Ты проверь. Нет, я ходил. Ты иди. Ты что, прикалываешься? Только что я сходил. Иди ты. Ладно, я пойду. Да ладно, Ал. Сядь, я схожу. Да я схожу, что ты? Да мне тоже не сложно. Я тоже могу сходить. Ну хорошо, я останусь. Ну ладно, иди. Я только что села. Ну я тоже только что сел. Дим, ты что, прикалываешься? Да это ты прикалываешься. Я до этого ходил, я же тебе говорил. Слышь? Харе там базарь, воду принесите мне. Всем нам иногда нужно расслабиться и побыть наедине с собой. Но как это можно сделать, если ты самоизолировался с семьей? Налей ванну с пеной, возьми вкусняшки, включи сериал и... Ответь сначала на вопрос мужу, а потом еще на один, еще, еще и еще. Нет, можно, конечно, принять отчаянные меры. Только у вас дверь открывается в другую сторону.
Ладно, расслабиться в ванной не получилось. О, а как насчет солнечных ванн на балконе? Свежий воздух из окошка, птички поют. Все время забываю, что балкон — это склад бесполезных вещей. Попробуй йогу, говорят, она очень расслабляет. Ладно, давай признаемся, что все, что ты хочешь, на самом деле... Ты можешь меня хоть здесь в покое оставить? Стоит, ждет. Добро пожаловать на мое день рождения! Мой! Ух ты, моя! Давай штрафную! Давайте! Ну, что ты делаешь-то, ну? Спирт же! Вот! Бей! Я так. Не буду! Ну, ладно, давай! Пошли! Пошли со Свитой познакомлю! Та-дам! Добро пожаловать на праздник веселье! Опа! А где все? Кто-то уже ушел, кто-то еще не пришел. Конкурс, сразу конкурс! Оля, нужно лопнуть шарик! Конкурс парный, садись! Так, вы обалдели, что ли? Хвастайте, что вам подарили? Ай, ну телефон у меня. Ух ты! Да, записывай. 8-926. А, понятно. Все понятно с вами. А что со мной понятно? Симку вам подарили. Номер. Ну да, надо признать, в этом году день рождения не задался. А у меня целая схема есть. Я с самого утра начинаю по заведениям ходить. Где тортик дадут, где бургер дадут. А сейчас только пиздюлей дадут. Говорит, иди отсюда, мы закрыты. Всем приветики, я вам сейчас расскажу, как сделать своего мужа счастливым с самого утра. Сейчас вам покажу, что я приготовила. Вот смотрите, какую красоту я приготовила. Джалил, Джалил, просыпайся. Доброе утро, дорогой, смотри. Смотри, что я тебе приготовила. Доброе утро. А нельзя будет это Рамадан начать делать? А Рамадан это кто? Это друг твой? Да, это мой друг. Он вечером придет часов в 7. И я вместе с ним позавтракаю, хорошо? Ну, как хочешь, конечно. Спасибо большое. Да, давай. Видите, какой мой муж хороший друг. Молодец. Ой, Лен, здрасте. А что вы в офисе делаете? А мы же на домашнем обучении сейчас, а у нас калькулятор сломался, потому что я его об стенку разбила. Дети с этой самоизоляцией как с ума посходили. Старшие со средненьким все время дерутся, а я ставки делаю. Муж не одобряет, бесит меня. Духовка пищит, телефон разрывается, дети орут, а он на диване лежит и яйца чешет. Джойстиком от PlayStation. Карантин! А младенький новую игру придумал. Любит неожиданно на ноги наступать. Маленький Гитлер растет. Наступает без предупреждения. Ну и в самоизоляции есть плюсы. Вот сидишь дома и слышишь у соседей за стенкой не ахи и охи, как обычно, а нахи и похи. И думаешь, не так уж тебя все и плохо. Шел какой-то там день самоизоляции, и я решила себе устроить информационный детокс. Выключила телек, закрыла интернет, отключилась от связи. Прочитала кучу книг. Правда, только по одной странице. По какой-то причине у них у всех не работает свайп на следующую. Залипла на час в окно. Насчитала 43 птицы, но не могу их загуглить. Сделала фото, а оно набрало 1 лайк. Поняла, что без всех этих современных технологий не так уж и плохо. Можно, например, поиграть с другом в настолки. Роберта, ну что ты тупишь? Твой ход. Целый час свайпала зеркало. Цвет лица не выравнивался, а губы не становились больше. Решила устроить баттл сама с собой. Так, стоп, баттл? Нет, походу Робби права, у меня реально отъезжает крыша. Вечеринка, как всегда у меня дома. Моя дикая Кассандра, игривая подра, затмевала разум, убивала музыканта. Вокруг тебя много нормальных девчат, но лишь я сделала больно. И покинула чат-чат. Чат-чат, чат-чат-чат-чат. Это господь-господь, и это шо-шо-шо. Плачу на техно, я плачу на техно. Нет, ты считаешь, что это нормальная ситуация? Я вообще не понимаю, это уму непостижимо. Я не знаю, как вообще, как дальше вообще будем... Успокойся.